Всем привет, девочки мои! Получила посылочку от любимого Василька, и мне не терпится ее уже распаковать. Несмотря на то, что она вот такая вот компактная, компактно, можно сказать, запакованная, но это потому, что у меня там вещи домашние. В основном нету никаких таких теплых, дутых вещей. Но вещей там нормально, так скажу я вам. Вот, в общем, короче, давайте мы уже посмотрим. Мне уже прямо не терпится. Не терпится. О! Так, тут у нас написано, что лежит и какие цены. Вот, ну давайте повыкладываем. Ой, какие цветные, хорошие, красивые вещи. Просто чудо, просто чудо. О! Так, сейчас я напомню себе, немножко освежу в памяти, что я там заказывала. Я что-то помню, что-то не помню, в общем, так, чертах. Сейчас посмотрим накладную и начнем рассматривать, что я там взяла, и примерочку обязательно. Все-таки один костюмчик я себе заказала. Это костюмчик вот такой пудровый цвет с брючками. Так, называется R385, стильный костюм с брюками капри. Ну, давайте уже посмотрим. Так, еще здесь 30% полиэстер, 70% хлопок. Так, очень интересненько. Брючки. Брючки вот такие, резиночка. Здесь завязочка, можно затянуть, карманы внутренние есть с двух сторон. Девочки, заказала я себе все, практически все, кроме одной футболки, все 54 размера. Вот такие вот брючки, внизу они без манжета, вот обычно брючками сделаны. Так, и что там внутри? Ну, внутри вот так вот обыкновенно, то есть это даже не футер, они немножко тянутся. Так, что у нас тут сверху? С длинным рукавом, с капюшончиком. Тоже вот тут такие завязочки. Принт вот такой, что тут нарисовано. Нарисована девочка в шапочке. Вот такой принт. Длинный рукавчик. И спинка немножко удлиненная, видно, да, и по бокам небольшие вот такие разрезики. Прямой крой. Заказала я этот костюм, я сейчас вспомнила, в основном из-за штанов. Вот эти штаны, они без всяких принтов, без всяких там вставочек, они однотонные. И у меня есть куртка вот такого же цвета. И мне иногда под куртку хочется одеть вот штаны, чтобы они подходили по цвету. В общем, это я в основном костюм под курточку заказала. Вот, но мы его сейчас померяем и посмотрим, как он на мне сидит. Ну а что дальше у меня? У меня туника вот такого цвета, сиреневый цвет, мне очень нравится. Урсула называется туника. Это кулирочка, 54 размер, ну как я уже сказала. Ой, трикотажик мой любимый. Обожаю трикотаж, я люблю дома, девочки, носить трикотажные вещи.
И спать в трикотаже, и ходить по дому в трикотаже. Вот просто я трикотаж, честно говоря, очень-очень-очень люблю. Вот такая горловинка у нас идет. Немножко приспущенный рукав. Рукав короткий. Она прямая, тунечка. Внизу небольшие разрезики по бокам, вот такие. Так, что тут? Внутренние кармашки есть. Довольно глубокие, даже туда может и телефон поместиться. Что мне нравится, это прямой крой. Я стараюсь выбирать прямой крой, но вот он, по крайней мере, фигуру не полнит, ничего, просто прямо и здорово. И очень нежная ткань, приятная. Ну и, на мой взгляд, современный рисунок, да, как вам кажется? Что-то тут написано. Ну, я не могу понять, но это какая-то абстракция, что-то вот написано. Но мне нравится вот этот цвет, такой освежающий, сиреневый, приятный цвет. Надо мерить. А еще заказала я, девочки, свою любимую сорочку. Это модель SN23. Это чистая кулирочка. Я такую сорочку заказывала уже очень давно. Вы как-то на мне ее видели. Но там размер у меня был меньше. И, по-моему, даже 50-е. Но я ее носила, и уже я чувствую, что мне хочется более просторную, но точно такую же модель. Я вам сейчас покажу. Сорочка обалденная. Мне нравится вообще вот этот фасон. И расцветочка, и все. Вот такая вот сорочечка. Вот. Здесь она на кнопочках. Вот эти кнопочки, цвет идет под цвет самой сорочки. Бывает такая еще голубая. Там голубые кнопочки. Вот. Она прямая сорочка. У меня там нарисован жирафчик, а здесь нарисована жар-птица. И внизу вот такая вот кромка идет по низу. Очень мягкая, нежная кулирочка. Вообще тут все обстрочено, горловинка обстрочена. И она, во-первых, и смотрится очень хорошо. Можно как туничку ее. Я как туничку по дому ношу, прям смело даже. И вообще и фасончик удобный, и приятный вообще. И расцветочка хорошая, все. В общем, заказала я теперь на этот раз 54 размер. Я посмотрю. Хочу одеть и посмотреть. Хочу, чтобы она была у меня попросторнее, не прямо как по фигуре, а попросторнее. Вот надо будет вот это нам померить. Девочки, заказала себе еще сарафан. Вы, если помните, такой сарафан я заказывала себе летом. Такой точно расцветки. Но там другая у меня немножко модель. Я увидела вот такую модель. И расцветка мне очень нравится. Она такая яркая, пестрая, веселая. И я решила заказать вот другую модель. Мне интересно посмотреть, как она на мне будет сидеть. Это модель B62VK. Не ошибаюсь. Сарафан акварель B62AK. Так. Ну ладно, давайте посмотрим. Честно говоря, мне очень нравится вот эта расцветка. Видите, какие яркие цвета. Ярко-розовый, лимонный такой, голубой, небесный. Просто чудо, просто прелесть. Так. Сарафанчик без рукава, то есть вот такой вот. Летом с удовольствием в таком сарафанчике можно и по улице пройтись. А здесь
Там у меня в том сарафане, там идет прямой крой, удлиненный сарафан и разрезы по бокам. Здесь идет он как расклешенный в стороны. Тут даже вот так вот, видите, как сделано, как выемочка. Ну, в общем, немножко другая модель. И здесь еще есть карманы. Там карманов нет. Тут есть карманы, и это радует. Можно положить в карман хотя бы там ключик или что-то, да? Что-то нужное, важное положить. В общем, мне эта моделька нравится, но я хочу ее все-таки примерить. Смотрите, какая расцветка. Ну, чудо, красота. Мне нравится. Я вообще, честно говоря, у меня такие веселые расцветки, они мне просто поднимают настроение. А как вам? Пишите в комментариях. Девочки, заказала я себе две маечки, вот такие вот. Выбрала, ну, как всегда, свои самые любимые цвета. Это розовый, пудровый и голубой небесный. Они одинаковый размер, они вообще одинаково отличаются только цветом. Майка женская, Фаина называется, 54 размер я заказала. Вот такие вот маечки, они без рукава. Это трикотаж, это кулирочка. И вот сейчас, девочки, зима приближается, и иногда под какой-то свитер, под кофту хочется еще надеть какую-то вот такую трикотажную маечку. Это во-первых. А во-вторых, летом можно такую же маечку спокойно, свободно носить там, не знаю, с какими-то бриджиками или еще с чем-то, с велосипедками. Но мне нравится то, что это трикотаж, это 100% хлопок. И вот я такие маечки уже давно задумывалась о том, чтобы взять. В принципе, я взяла бы любого цвета, если мне под низ. Вот. Но ее можно как под низ и сверху. Притом иногда мы зимой заходим в гости, на нас свитер, пальто. И если жарко в помещении, хочется снять и свитер еще. Но под свитером должна быть какая-то вот такая маечка, чтобы было вот уже комфортно и не жарко. Так, вот это голубенькая. Посмотрим розовый. 54 размер все это. Это не совсем розовый, это пудровый цвет, но пудровый цвет тоже очень приятный, мне очень нравится. Вот такая. Надеюсь, будет просторненько. 54 размер на мне будет чувствоваться очень хорошо. Мне кажется, очень приятные вот эти обе расцветочки. Как вы думаете, какая вам больше нравится? Мне обе нравятся. Так, ну я их померяю. И еще одну футболочку я заказала себе черную, девочки. Черную футболку я себе хотела. Но эта футболка 52 размера. 54 не было, решила 52. Потому что 52 размер это тоже мой. Просто 54 я люблю, чтобы это вот вообще бултыхалось на мне. Но 52 размер мой. При том, что я посмотрела, ну, мне показалось, она довольно просторной. Чем мне эта футболка понравилась? Тем, что она идет под горло, и здесь вот такой вот принт. То есть вот это у меня черное пальто зимнее, которое вы знаете, да? Если, допустим, его чуть-чуть раскрыть вот здесь, то здесь будет видно вот такое горлышко и вот такой вот принтик. Мне это приглянулось. Я решила взять обязательно такую футболочку. В остальном она черная, вот на рукаве еще такой принтик есть. Номер 1 написано. Длинный рукав.
Здесь 95% хлопок и 5% лайкра. То есть то, что это в основном хлопок, это тоже мне очень-очень нравится. На другой рукаве, на другом тоже такой принтик. Такой же, как на одном, такой же на другом. Футболочка прямая. Сзади она абсолютно однотонная. То есть принт только на руках. И вот мне очень понравился. Мне кажется, очень современный такой принт. Потом из-за того, что она сделана это под горло, но в то же время горло такое не как водолазка, не обтягивающее, а оно как свободная стоечка. Очень меня заманила вот эта футболочка. Я решила ее взять. Я ее померяю. Посмотрите, как это будет выглядеть. Да? Ну и, конечно же, я не обошла стороной свою внучку. Насте я взяла пижамку, теплую пижамку. Это с начесиком внутри. И вот такой симпатичный принт. 7 лет, рост 122 сантиметра. Это я беру такой размер Насти. Ну, давайте посмотрим. Модель ВК-955Р. Ой. Какая ментоловый цвет, девочки. Ну, такой же он приятный. Смотрите, какая красота. Смотрите, вот спинка. Цвет очень приятный. И розовая отделочка идет. Ну, для девочки. Девочка. Рукавчик розовенький. Тут такие зачата. Тоже розовый, серенький. И впереди. Симпатичная. Так, здесь у нас пуговки. Раз, два. Вверху две пуговки есть. И вот такой вот внутри мягкий-мягкий начесик. В общем, такая вот сверху она. Ой, классная, мне нравится. Вот если прохладно в комнате, ребенку просто будет благодать. И вот такие вот штанишки, смотрите, резиночка сверху. И внизу они на манжетике, розовый манжетик. Классно. Штанишки тоже с начесиком, пушистики внутри. Ой, здоровские. Жалко, Настюшки у меня сейчас нету, но она, когда придет, еще у меня будет, не знаю. Поэтому, когда она придет, я уже дам ей померить. Это уже во влоге вы увидите, в этом видео, к сожалению, не увидите. Но я думаю, что ей подойдет, размер обязательно подойдет. Это как раз прям ее размер. Вот, и понравится ей, я в этом уверена, не сомневаюсь. Ну вот и все, мои хорошие, я вам все показала, всю свою распаковочку. Мне вещи очень нравятся, я очень ими довольна. Как всегда, в общем-то, мне нравятся все вещи, которые я беру в любимом Васильке. Вот этот сарафанчик я брала давно, если кто меня давно смотрит, вы, может быть, еще помните, когда я его брала. Тоже кулирочка, очень мягкая, очень нежная такая красивая ткань. Вот, ссылочку на Василек я оставлю, как обычно, в инфобоксе, в описании. Заходите по ссылочке, смотрите, очень лояльные цены. Берите подарочки себе и своим близким. Там есть одежда для мужчин, для женщин, для детей, также постельное белье, полотенце, очень много интересных вещей. Ну, а на этом я с вами хочу попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и до новых встреч. Пока-пока! Thank you.